Вы знаете, как Иисус хочет рассказать нам тайны. Но вы знаете, почему Иисус не рассказывает тайны, не делится своей иногда болью, не делится своими секретами? Потому что Он делится этим только с теми, кто ходит близко, кто ходит с Ним близко. Я хочу задать вопрос, скольким людям в этом зале и тем, кто смотрит нас сейчас, Иисус в реальности может доверять? Дорогие, мы все говорим, что Иисус нас любит. Да, Он любит всех. Дорогие, любовь — это одно, доверие — это абсолютно другое. Это абсолютно другое. Пусть сегодня будет атмосфера, где мы с вами забудем за все наши идеи и просто пригласим нашего любимого в этот зал. Пусть это будет вечер, проведенный с нашим другом, с другом Иисусом. Сейчас внутри себя начни обращаться к Нему самыми нежными, самыми интимными фразами, которые только приходят в свое сознание. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой мой? Что ты не сможешь это делать, если твое сердце не в порядке с Иисусом. И если ты нашел, что твое сердце не в порядке с Иисусом, прямо сейчас попроси у Него прощения. Это за одну секунду, и ты наладишь с Ним контакт. Иисус так близко к тебе, как твое собственное дыхание. Он не где-то там в космосе, Он рядом с тобой. Один шаг, и ты приходишь в Его реальность и выходишь из своей. Пусть сегодня этот будет вечер интимных отношений, любви, страсти со своим другом. Да, Он твой Спаситель, и ты обращаешься к Нему как к Спасителю. Да, Он твой Бог, и ты обращаешься к Нему как к Богу. Но сегодня пусть это будет два друга, ты и Иисус. И пусть эта слава заполнит зал. И пусть это новый уровень придет в твою жизнь, общение с Ним. Церковь Иисусу, от нас ничего не надо, Он просто хочет быть рядом. Вы знаете, когда у меня было время, когда Иисус открылся мне как друг. Иисус открылся мне как друг. Я был шокирован, какими вещами друг начинает делиться. Дорогие, время пришло для церкви познать Иисуса не только как Спасителя, мы это познаем самое первое, как Бога мы познавать Его будем всю жизнь. Дорогие, давайте сейчас просить Иисуса познать Его как друга, потому что только друг может делиться с тобой интимными вещами. Можете себе представить, когда Иисус уходил с земли, последнее, как Он назвал Своих учеников: «Я называю вас друзьями». Друзья — это категория самая близкая к Иисусу Христу. И я хочу, чтобы Он называл меня другом. Я хочу называть Его своим другом. Любовь наша, приди. Дорогие, когда Он наполнит этот зал, никто не будет никого подозревать, никто не будет ковырять. Никто не будет выливать грязи, сплетни разводить, потому что твоя жизнь будет занята Иисусом. Прошу вас, выйдите из своих комфортных, насиженных моментов. Только сейчас сделайте этот вечер для Иисуса. И просто начни Ему говорить. Начни Его любить. Начни Его засыпать комплиментами. Начни звать Его. Не надо домогаться отношений, дорогие, отношения нужно строить. Шаг за шагом. Шаг за шагом. О, как Иисус хочет поделиться тайнами, но тайнами Он делится с категорией друзей. Тайнами Он делится с теми, которые не ищут своего. Тайнами, болью Он делится с теми, кто не предаст Его. Проси Его. Пусть Он откроется тебе как друг.
О, когда ты будешь захвачен, когда ты будешь захвачен им как друг. Когда весь твой мир будет поглощен Иисусом. Дорогие, вот почему мы раздражаемся, злимся. Вот почему мы разочарованы и недовольны, потому что мы пытаемся кого-то поставить на место Иисуса. И Он нас всегда разочарует, потому что место Иисуса занять никакая плоть не может. О, как часто мы ищем ответы в людях, пасторах, апостолах, проповедниках, музыке, песнях. Но твои ответы в твоем друге, твои ответы в Иисусе. Это то, с чего все начинается. Это то все начинается. Дьявол знает его как Бога. Бесы веруют в него и трепещут. Но никогда бесы не могут назвать Иисуса другом. Это категория, которым Бог открывается. Он хочет излить на тебя тайны, заложенные во Вселенную от ее рождения. Он хочет делиться со своей невестой. Он хочет делиться со своими друзьями. Позволь ему стать твоим другом. Позволь ему ворваться в наши жизни. Позволь. О, Иисус любимый. Иисус любимый. Ты наша страсть, ты наша любовь, ты наш кумир. Ты объект нашей любви. Никакой Бог, никакие иные боги и идолы никогда не называли себя друзьями. Единственная личность, Творец Вселенной, единственный назвал нас не только детьми, но и друзьями. Стремись быть с Ним. Стремись быть захваченным им. Если ты хочешь знать, какой короткий, самый короткий шаг, выход из депрессии, опрессии, битвы, призови Иисуса, и ты увидишь, как моментально расчищается небо, потому что никакая гадость не может быть в присутствии моего друга. Самая быстрая победа – это когда я на помощь зову моего близкого друга. А друзья никогда не предают. Настоящие друзья, тем более Иисус, никогда не предает. О, когда церковь, когда церкви Бог откроется как друг, это будет реальность. Как Он хочет быть нашим другом. У Него море поклонников, проповедников, служителей. Но поверьте, дорогие, я это говорю из личного опыта. У Него очень мало близких, интимных, настоящих друзей. И я верю, что количество друзей вырастет у Иисуса. Любимый, мы здесь для тебя. О, это новый сезон, где Бог хочет быть с тобой лично. Поверьте, любимая семья, тебе не нужен посредник. Тебе не нужен посредник, когда сама любовь протягивает к тебе руки. Тебе не нужен посредник,
та сама любовь протягивает тебе руки дружбы. Тебе не нужен никто. Я знаю, религиозной церкви легко прятаться за посредниками, потому что это освобождает тебя от ответственности. Но когда Бог твой друг, это не освобождает тебя от ответственности. Поэтому я в ответе за мои отношения с Ним. И я хочу быть Его другом до конца моей жизни, до конца моих дней. Я хочу быть с Ним, наполненным им, захваченным им. Он просто хочет общаться с тобой в простой атмосфере любви. Позволь Ему, Он стучится в наши двери. Тебе не нужно искать очередной источник, который иссякнет, как и предыдущий. Потому что Иисус никого в твоей жизни не предназначил быть Иисусом, кроме себя. Проповедники, служители, апостолы — это хорошие указатели на Него, но они никогда не заменят Его. Поэтому я отодвигаю все голоса. Говорю Иисусу спасибо за них, потому что все голоса, все эти сосуды, через которых говорил Иисус, указывали мне на одно единственное — на Иисуса! Они указывали мне на моего друга! И мой друг ждет меня! Мой друг ждет меня! Твой друг Иисус ждет тебя. Позволь Ему войти к тебе на позиции друга. Позволь Ему сидеть с тобой рядышком и рассказывать тебе тайны своего сердца. Позволь Ему. Друзья посвящены друг другу. Друзья проводят время друг с другом. И друзья точно не забывают друг о друге. Друзья никогда не используют друг друга из-за выгоды, так как церковь последних дней использовала Иисуса. Друзья всегда делятся тем, что имеют. Мое — это твое, а твое — это мое. Так сказал Иисус. Так сказал Иисус своим друзьям, апостолам. Ученики сдали экзамен, когда были названы Иисусом друзьями. И Он доверил им церковь вселенной. Я знаю, что только друзьям доверяются ключи рая. Только друзьям доверяются откровения неба. Никаким манипуляторам, махинаторам и лжецам Бог не доверит ключи глубин откровения и мудрости. Если ты когда-то просил у Бога мудрости, мудрость в дружбе. Мудростью Иисус делится с теми, с кем Он дружит. Я твой друг, Иисус. Я твой друг. Я так хочу обнять тебя вновь и вновь. Я так хочу обнять твои ноги вновь и вновь и поплакать вместе с тобой. Я знаю, ты делился и продолжаешь делиться своей болью. О, нас предают, но как тебя предают, это неслыханно. Наделяешь своих друзей властью, силой, помазанием. И кто-то из них предает тебя. Мы хотим обнять тебя, любимый. Мы хотим обнять тебя, любимый. И просто побыть с тобой. Просто побыть с тобой.
Я твой друг Иисус, ты можешь делиться со мной. Я не оставлю тебя ни бредом, я твой до конца. Твоя печать на мне, твоя вечная печать, я помечен небом. Я помечен небом, я твой навсегда. Я помечен небом, я захвачен небом, я твой навсегда. Позволь ему захватить тебя, окружить тебя, окутать тебя. Позволь ему взять тебя с собой. Иисус, я помечен небом, я помечен небом, я твой друг навсегда. Я помечен небом, я помечен, я помечен, я твой. Твоя печать на мне навсегда, я твой. Навсегда я твой. Я знаю, поднимется массы друзей Христа. Он хочет ходить с тобой. Не ищи его в каких-то людях. Начни его искать лично. Лично. Он хочет открыться каждому. О-о-о! Он хочет пометить тебя. Он хочет пометить тебя. Небо жаждет пометить тебя. Бог, я твой, навечно твой. Я твой. Ни силам, ни могуществом, ни колесницами, ни конницами, ни оружием. Но Духом Твоим наша победа исходит, когда Иисус в нас, через нас течет авторитет и мудрость неба. Когда Иисус с тобой, позволь Ему быть с тобой, ты будешь шокировать, что потечет через тебя, когда Он будет с тобой. Ты будешь удивляться сам себе, когда Он будет с тобой. Я твой. Я твой. Иисус хочет быть с тобой. Yeah. 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 Иисус, ты покорил меня. В моих костях не может быть потушен. Я навсегда помечен небом. И я тот, кто решил идти до конца. Я твой. Я навечно помечен небом, помечен вечностью. Я твой. Я не могу жить без тебя.
могу заснуть нормально без Тебя. Я не могу питаться и существовать без Тебя. Ты моя страсть, Ты моя любовь. Я навечно Твой. Мое сердце отдано Тебе. Ты навеки мой друг, Ты навеки мой друг, Ты навеки самый близкий, самый родной, самый любимый друг. Тот, кто никогда не предаст, не оставит. Тот, кто всегда рядом, ближе, чем моя собственная кожа на моем теле. О, Ты во мне! Спасибо Тебе! Ты во мне! Спасибо Тебе! О! Иисус! Пусть каждый, кто слушает, смотрит, кто находится здесь, пусть вернется, возобновит свои отношения с другом Иисусом. Церковь постоянно в состоянии просящим прощения. Если бы знали, как Иисус устал от тех, кто просто каждый день просит прощения. Он простил тебя. Он ищет кого-то, кто будет с ним дружить, кто будет его любить, кто будет просто находиться рядом. Спасибо. Спасибо. Представляем жизни без Тебя. Мы ничего не хотим делать без Тебя. Веди нас, трансформируй нас, меняй наши сердца. Мы жаждем нового. Мы исчерпали что можно было исчерпать на этом месте, и мы жаждем эту обетованную землю. Мы исчерпали, мы видели все, что можно видеть, и Ты единственный даешь это неудовлетворение, этот голод, эту жажду двигаться дальше. Мы благодарим Тебя, Бог, за эту сверхъестественную тягу неба. Мы благодарим Тебя за этот брошенный вызов. Мы принимаем его, и мы жаждем двигаться дальше. Где Ты ведешь, Ты учишь.